Улыбка. Улыбка ничего не стоит, но она дает многое. Она делает богаче того, кто ее получает. Но и подаривший не становится беднее. Она длится только секунду, но воспоминания о ней сохраняются на всю жизнь. Нет такого богатого и влиятельного человека, кто бы мог обойтись без нее. И нет такого бедного, которого бы улыбка не могла сделать богаче. Улыбка приносит счастье в дом, добрую волю в деловую жизнь и является знаком дружбы. Она дает отдых уставшим, радость отчаявшимся, солнечный луч печалящимся и является лучшим природным противоядием от всех забот. Несмотря на все это, ее нельзя купить, взять займы или выкрасть, тогда от улыбки никому не будет никакой пользы. Улыбку можно только подарить. Некоторые люди очень устали, чтобы улыбаться. Улыбнись ты им, так как никто так не нуждается в улыбке, как тот, кто сам больше не может улыбаться. Улыбка – это песня сердца. Улыбкой можно слезы вытирать, улыбкой можно свой жизненный путь украшать. Последняя прочитала очень хорошие строчки. Иисус, нуждаюсь я в бальзаме. Излечи меня от слепоты, чтоб я мог духовными глазами видеть так людей, как видишь ты.